Друзья, всем привет! Мы находимся в магазине, в котором нет CSI-досок, CSI-рулей, CSI-колес, рулевых. Вот. И я не знаю, с чем мы начали это видео, просто хочу вам рассказать о том, что их нет. Собственно, у нас в данный момент нету досок Satellite, TV-баров V2, колес 30 на 120 CSI. Вот. И всего этого абсолютно нету и не предвидится. Ну, или есть. Друзья, у нас есть доски Satellite, TV-бары второй версии, и, собственно... Я ударился. И, собственно, сейчас мы начнем такой вот мини-обзор, на самом деле, всей этой фигни. Начнем, как Никита достал с руля, с этикеткой KickMeet. Собственно, что это такое? Это легендарный TV-бар второй версии. Собственно, ничего не изменилось, вся та же V-образная геометрия, как у BMX рулей. Короче, мега-прочная система. Весит дофига, 300 кило, на самом деле, это довольно много для руля, как мне кажется. Но если вы маленький школьник, который помогали маме сумки до пятерочки носить, то ручки у вас уже крепкие, и вы с ним справитесь. Высоту данный агрегат 71 сантиметр, ширину 60. То есть, собственно, его необходимо пилить, а если вы пилить его не собираетесь, то вам нужен довольно большой и массивный СКС, чтобы не погнуть этот руль в штоке. А цена за данный прикол 8900, что, в принципе, довольно дешево за... вещь, которая сделана в гараже американским дядей. Ну вот, мне кажется, это реально прикол, потому что это реально хендмейд. То есть это не завод, это мини-завод. Ну вот, так что поддерживать такие движухи прикольно. Тут есть всякие геометрические темы, которые я не знаю, на что влияют абсолютно, но вот смотришь и думаешь, да, наверное, так и надо было сделать, для чего-то это нужно. И вот здесь еще провара нету, чтобы, наверное... Наверное, это тоже зачем-то нужно. Но знаете, там говорят, они убрали там то, чтобы было так. Я не знаю вообще абсолютно ничего этого. Просто руль крутой, и их не так много. Так что, кто давно хотел себе, приезжайте, забирайте по вкусной цене. Бери вот это, Никита. Следующая на очереди. TSI Renegade Wheels. Собственно, самого странного размера на свете. То есть, это 120 на 30. Я не знаю, кто катается на таких колесах. Ну, кроме нашего оператора, естественно. Ну, вот. Собственно, колеса симпатичные, базару Зира, вот. Но белый гелик довольно сильно смущает, потому что, сами знаете, он любит пачкаться, то есть он станет желтым. Ну, вот, профиль низкий, как у колес AirMine от Aztec. Короче, прикольно на самом деле выглядит. Я бы себе такие не поставил, но для любителей можно попробовать. Ну, вот, в общем, классно. Вроде пацаны катались, я видел, и они не супер ломучие. Короче, колеса как колеса. Стоят нормально от крутого бренда. Короче, да. Наверное, это для фанатов, я так понимаю, прям сугубо. Ну, вот, жесткость 88А стоит 5900 за пару. И самое сладенькое, что у нас есть на данном этапе конструирования. Ну, не, на самом деле есть еще деки Зенит, но в данный момент в магазине есть только это. Это доски Satellite. Конкретно у нас сейчас есть 20... Damn, boy. Ну, бывает на самом деле и такое, да, как бы не для них мы продаем эти доски, на самом деле. Ну, вот, я не знаю, для кого вообще. Ну, не суть. В общем, доска Satellite имеет длину 22 на 5 и 5,75. При всем при этом она весит всего 600 кило. То есть, в принципе, это довольно маленький вес для такого размера доски. Но в чем прикол вообще досок TSI? В том, что они умопомрачительно скользят. То есть дно, сами посмотрите на него. Вот, я не знаю, в чем прикол. Вот эти две жирнющие рельсины позволяют скользить доске просто как никогда круто. Делать различные редкие скольжения, типа различных селодов, крюкедов. Ну вот, и это реально работает. То есть там даже про 50, про всякие я молчу, просто она проносится как сапсан. Ну вот, и ничего не стопит. То есть, ну, если сравнивать с досками, типа там Aztec какой-нибудь сирены, которые иногда можешь заживать, ну, то эта доска прям, если ее немножечко втереть, она прям супер скользит. Ну вот, что еще? Вот этот прикольный элемент облегчения веса, то есть ребята взяли просто стаканы, скорее всего, от старых бокскатеров, ну вот, и сделали здесь прорезь. У меня была Paramount доска VX, ну вот, там была прорезь побольше, здесь чуть меньше. Ну вот, в общем, что-то они там считают, высчитывают по-любому нагрузки, ну вот, и пришли к такому мнению. Не знаю, как по мне, это выглядит довольно прикольно, потому что, ну, редко вообще бывает такое, то, что именно в шее сверху есть вырез, выглядит классно. Ну вот, но при этом классическая геометрия TSI остается, то есть это абсолютно квадратная шея и очень приятный стакан, который... Ну, просто это классика, это очень круто. Но самое крутое в чем? В том, что когда ты ее держишь, ты понимаешь, что
эту вещь реально сделали руками, типа, чуваки, которые любят кататься и знают, как надо кататься. Просто взять такие мелочи хотя бы как... Взять такие мелочи хотя бы как то, что здесь есть вырез для того, чтобы ты мог закрутить тормоз. Камон, типа, вы сейчас возьмете любую доску, на них нету этой темы. Тебе придется пальцами держать как-то мизинцы свои, стирать какие-то ключи, искать. Здесь просто, типа, на десятку, типа, накинул, закрутил, дальше поехал. Также они не забыли о том, то, что сейчас 30-е колеса присутствуют, так что все это можно установить, да, без проставочек 30-ки, с проставочками 24-е. В общем, доска мега крутая, мега красивая. Я, на самом деле, довольно сильно ее захотел сейчас. Вот, не знаю, буду приобретать, не буду. Не знаю, в каждой там наклейка идет, кстати, плоттерная, да, очень важно. Можете наклеить себе на куда-нибудь, в какое-нибудь место. Цвета сумасшедшие. Цвета, да, цвета. На самом деле, цвета и текстуры. Синяя ощущается как... Ну, я не знаю, как объяснить, это уже какой-то ASMR-видео, фетиш, типа, серьезно. Мне просто очень нравится фирма TCI, ничего не могу с собой поделать. Вот, в общем, вот это ощущается как такая, типа, наждачная бумага. Самая крутая, как по мне, это вот зеленая вот эта гадость. Она выглядит как какая-то... дверь, я не знаю, именно просто, не знаю, я надеюсь, будут подсъемы поближе, но вот с макро какой-нибудь темой, потому что, ну, это зеленый с черным, по сути. Короче, тема очень здравая, если есть лишние 16900, ну, вот, и хотите попробовать, то это реально ваша тема. Но, чуваки, говорю вам то, что я не рекламирую эту доску в стиле того, то, что вы вообще возьмете, она не сломается, ничего. Может сломается, кто знает, типа, TCI, как бы. Как было, так и остается. Вы просто, скорее всего, испытаете прикольные ощущения от того, что будете на ней кататься, потому что бонихопанность TCI – это реально, ну, своеобразное дерьмо. То есть ни тилт, ни отстег с этим не сравнятся. То есть они прыгают по-своему довольно. Вот. Собственно, как-то так. Где-то, наверное, еще есть рулевые, но что про них рассказывать, собственно, рулевые, да. Можете пыльник поставить и тоже. Кому это важно, тот сам все знает, зачем это нужно. Также есть в роуд-цвете, на ощупь мерзость, но ее надо красить, я так думаю, мне кажется. Ну вот, и черная для классических пацанов-готов, типа нас, ну вот. Короче, да, и, а, да, и на каждой доске свои прикольные декенды, то есть, типа, здесь это полированные, просто обычно там золотые, тут беленькие, от, это, да, друзья. Белый это, ну, это очень сильно. Вот, собственно, классический этот, как это называется, не гравировка, да, гравировка, клеймо Made in USA, то есть United States, вот эти Объединенные Штаты, вот этих Америк ваших. Ну вот, классическое лого здесь. Ну, блин, не знаю, крутая доска, парни, реально. Если долго думали, что втарить, она по абсолютно конкурентоспособной цене, то есть как бы вам не надо тратить лишние бабки, вы можете просто решить там вместо TCI, ой, вместо тилта, например, взять TCI попробовать, или вместо отстег доски взять TCI попробовать. Так что да, это крутая штука. Вот, собственно, вот так, друзья. Я не знаю, когда к нам приедут Зенит деки, я надеюсь, они приедут. Но вообще вот довольно круто то, что они все-таки смогли доехать до матушки России, потому что это довольно редкий экземпляр, то есть пацаны делают на заводе не 100 тысяч, ой, ну, 100 тысяч никто не делает, не там, не знаю, не 500 досок, да, например, а делают там, не знаю, 40 типа досок и продают их, типа, по всему миру. То есть, прикиньте, если вы купите доску, там, одна из 40 в мире у вас будет. Не знаю, как, меня это греет душу, типа, может, с возрастом это приходит, не знаю. Ну, короче, это крутая штука. Ну, типа, иметь что-то уникальное, это всегда круто. Ну, вот, тем более с таким количеством цветов, плюс роу, и вы можете, не знаю, спуститься на нижний этаж, купить себе баллончик любой краски и разукрасить ее, какой угодно. Так что, да, друзья, с вами был магазин, где есть доски Satellite. Есть колеса и есть ТВ-бары. Вот. Всем пока, всем удачи, копите деньги. Я не знаю, как копить, работайте лучше. Лучше не копить, просто на работу сходите. Всем пока.